Ага, значит, лови его! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем играть в игру, которая называется Kill It With Fire Ignition. Без комментариев просто. Короче, это игра, где нужно убивать пауков. Это игра новенькая, поэтому давайте на нее сегодня посмотрим и попытаемся убить парочку пауков. Я думаю, эта игра будет настоящим раем для тех, кто не любит пауков. Или же, наоборот, кошмаром. Ну чё, давайте, короче, посмотрим, что это вообще за игра. Я так понимаю, что русского языка здесь нету. Игра пока что бесплатная, и она в Steam. Не знаю, будет ли она бесплатной и так далее. Но если у вас есть Steam, то как бы она вам понравится, то имейте это в виду, что она есть Steam. Так, не вижу, чтобы тут можно было сменить как-то на русский язык, поэтому будем пытаться с вами бегать-мекать на этом языке. Давайте играть. First contact, первый контакт. Как я поняла, это игра про пауков, мы что-то должны с ними делать. Я хрен знаю, что мы с ними должны делать, но что-то мы с ними должны делать. Так, можно не под... Ну, у нас здесь такой приятный, чудесный дом. Домик просто. Смотри, какой милый домик. Похоже, как будто это домик. А можем просто выйти отсюда? Если тут есть пауки, я не хочу с ними сталкиваться. Так, e-pick-up, короче, пикать. Как пикать? Ага. То есть я могу брать предметы и открывать теперь... Что? Что? Давай его... А, его можно убивать, да? Их, короче, можно убивать вот так, да? Типа кидать в них. Все, я понял. Я понял, как это работает. Ребята, это изи-пизи. Короче, ты вот так вот берешь, кидаешь, разносишь свою хату, но убиваешь зато пауков. Ладно, давайте, открывайте двери, сукины дети. А что, я не могу больше взять предметы, да? То есть здесь потрогал, все, больше нельзя. Хорошо, какая-то клипборд, то есть наша цель. Здесь тихо, не шипи на меня. Показаны мои цели, убить пауков. Хорошо. Я возьму сейчас книгу. Увижу, тихо, он где-то шипит, тихо. Это напряженная ситуация. Я тебя слышу, тварь. Где он? Подождите, девчоночки, мальчишки, он где-то здесь. Я тебе отвечаю, он это, вы слышите? Ты где? Выходи, сучка. Ты где? Ты где он? Бляха, ты где? Где он прячется? Выбиваем стекло. Где паук-то? Слышь? Лови! Кидай в него, кидай! Ну, кидай! Да иди свой, кидай в него! О, убила паука! Фух, короче, ты прикинь. Ха-ха-ха, паук. Так, где-то еще шипит, ты слышишь? Где-то есть еще один. Так, 4 нужны здесь. Короче, видишь, по убиению пауков. Open, close the door. Какую close the door? Вот эту, что ли? Так, и что? Открываем закрытую дверь, да? А кто здесь шипит? Кто издает звуки? Я могу поиграть на пианино? Опа. Кидай! Кидай! Кидай в него! Стой, падла! Где он? Топчи! Да ты чё? Ты куда истёк-то? Куда побежал? Где он? Сучка, ты где? Куда он исчез? Ты чё? Паук! А ну-ка выходи, паук! Где паук? Увидели, паук сныкался. Ты где прячешься, тварь? Выходи! Не ходи, я тебя жопу надеру, паук! Паук! Паук, выходи! Я сейчас всю хату переверну! Паук, выходи! Я тебя слышу, паук! Я тебя найду, паук! Где паук? Паук! Хе-хе-хей! Паучок! Ты где? Вот он! Ну-ка, вылази, вылази! Не-не-не! Да стой! Да какой ты шустрый! Где он? Он убежал! Где? Блин, да куда они убегают-то? Или куда они все время... Ах ты, мразь, ну-ка. Ребята, кидай его! Да второй выскочил! Лови, бей его! Бей его, да лети твою мать! Убей его, убей его! Убей! Лупи его! Так, тут где-то сныкался еще один. Ищите, где он? Ку-ку, паук. Паучок! А, эта дверь не открыта. Паучок! Где паук? Паук!
Паук! Паук! Я из-за тебя хату все разнесла. Где паук? Ага! Ты знаешь тебе! Лови его! Да где ты? Он усныкался. Выходи, паук. Ты прикинь, как это сложно. Ты прикинь, как это... Где паук? Паук. Паук. Папук. Ой, это что это такое? Сюрикен. Ого. Нифиг. Вига. Я сейчас... Ты смотри, я сейчас... Это что такое? Это какой-то принтер. Геймпад. Так, где паук? Паук. Где ныкается паук? Вы слышите, как это скрипит? Паучок! Where are you? Выходи, тварь! Он где-то сныкался, я тебе отвечаю. Я иду за тобой, тварь. У меня есть теперь сюрикены. О, это что такое? Find spiders. Какая-то штука, которая поможет нам найти спайдером. А зачем? Вот он ты! Кидай! Кидай! Лупи! Лупи! Так, еще! Где-то бежит еще один! Где? Вот, стой, падла, стой! На! Куда побежал? Стой! Где паук? Бей паука! Да лупишь ты его! Лупи! Лупи за себя и за Сашку! Ох, шить пауки! Ты видел? Капец, прикольная игра, слушай! Так, надо сюрикены мои забрать. Я что-то прям ни разу не попал ни по одному паучку с сюрикеном. Главное пытаться, главное стараться. Так. А ну-ка выходить. Еще сюрикены дайте. Ой, тихо. Где? Стой! Где, козел? Где ты побежал? Стой, бляха. Да где тетя твою мать? Да как тебя попасть-то? Лопи его, лупи! Стой, я тебя найду! Да какой же ты быстрый, стой! Бляха, бей его! Еще один вылез! Стой! Куда побежал? Лететь твою мать, быстрая тварь, а! Ух, вот это, конечно, я борюсь против паучелы. Против паука. Так, подождите, а где мои сюрикены? А где остальные-то? Тихо. А где остальные-то прокакались? Подождите, а где? А, вот мои остатки роскоши. Как попасть по пауку сюрикеном? Так, надо что-то еще сделать. А вот эту дверь мы не откроем, да? Так, а паук может быть здесь где-то? Мне кажется, он не может быть здесь. Типа, он, ему здесь не нравится. Он где-то в другом месте. Как думаете, может быть, он здесь? Сука! Гананы! Затыкала его сюрикеном. Затыкала. Так, и что мне? Когда откроется-то? Где-то еще один сидит, ты прикинь? А где он? Выходи. Падла, я тебя слышу. Ты где-то там подшипиваешь. Вот он! Ну-ка! Где? Куда исчез, падла? Где он? Где паук? Паук! Где паук-то? Куда дели паука моего? Слышь, он убежал. Где паук-то? Паучок, выходи! Он убежал. А мы можем присесть вот так вот? Ку-ку! Паучок, ты где? Паучок, выходи! Я ж тебя слышу, тварь, ты куда сныкался-то? Где он? Паук! Паук, япона-мать! Паук! Где паук? Мальчики, девочки, у меня паук исчез. Давайте откроем эту дверь. Может быть, он куда-то туда забежал, но тут его нету. Он бы тут, наверное, был уже, если бы, типа, мы бы его хотели поймать. Где паук? Паук! Ага, паук. Какой-то аэрозоль. Сожгла, нет. Куда побежал? Стой! Я тебя жгу! Куда ты бежишь? Стой! Стоять!
Бери сурикену кидай! Сурикену кидай! А, все, они сгорели. Ни хрена себе, вот этот прикол. Я пол хат спалил. Ой, мне кажется, пожар. Ой, бляха, мусорка горит. Пацаны, мусорка горит. Давайте в ванну быстрее туши. Воду включай. Тю-тю-тю. Тю-тю-тю. Так, в толчке сидна. Да я тебе твою мать, попади по нему. Давай на опережение, но. Лупи его. Лови. О май гад, о май гад, это очень сложная игра, это очень сложная игра, я вам отвечаю, у меня все горит, у меня вся хата горит, вся хата, ты прикинь, смотри, тут сколько пауков поподохло. А мы можем взять, мне понравилась вот эта жечь штука, она прям круто жжет. Музыка какая-то, мюзик. Сурикену забери. Так, ну что, мы вроде все сделали. Ну давайте откроем вот эту вот штуку. И что здесь у нас лежит? У меня есть пшикалка на пауков. Я сейчас запшикаю вас. А ты небось там сидишь, тварь. Пыришь на меня. А почему я не могу вот эту штуку... Ой, бляха. Почему я не могу пока сделать музыку? Ничего не могу. Хочу музыку послушать, не дают. А чё, сколько надо убить пауков? Мне кажется, я уже как бы все. Давайте, где остатки роскоши? Где, где пауки? Паук, ты где? Ладно, пойдем дальше. Мы прошли эту миссию, я вас поздравляю. Это наша первая миссия по убиванию пауков. Убей паука. Прикольно, слушай, мне понравилось. Это прям такая крышесносная игрулечка. Прям молодцы. Первый контакт, 10 минут. Спайдеров 12 убили. Нашли 5 этих. Объектов комплитед 4 какие-то там. Ну ладно, нормально. Я считаю, хорошо справились, короче. Что-то там можно эквип. Ну, нам это не надо. Вот это что такое? А, мы можем с собой взять всякие штуки, что ли? Или что это такое? Прокачка, что ли, какая-то? Ладно, давай. Что делать-то? Можно играть? Вот, close and connect. Давайте, играем. У нас новая хата, мы переехали после того, что произошло. Так, найти много этих аккомпанементов, короче, ну, этого обмундирования, убивать пауков. Ладно, давайте, буду их лупить опять вот так вот. Та-та-та-та-та, кто себя плохо вел? Ты себя плохо вел! А, ну-ка, тихо! Сейчас мы будем работать с вами по тактике. А! Красный! Красный! А если бы он меня укусил, я стала бы человеком-пауком? Ты чего? Да на тебе, паук! Ты охренел вообще, паук! А! Красный! Лупи! Лупи его! Фу! Эй, Шарин! Куда так много в моем доме пауков? Вы зачем вы здесь такие красивые-то нужны? Ничего себе, у меня одни пауки в хате. Что мне с ними делать? Ты чё? Сука, пауки! Я тебе отвечаю, они здесь где-то сидят. Стой! Стой! Лупи! Ух! Убила! А? Прикинь, какая я мастерица, а? Можем открыть теперь бедрум. А бедрум это ю? Ю бедрум, да? Хорошо. Да! Стоп! Кто? Где? Подождите, стоп! Где? Откуда? Подождите, кто? Ах, ты долго, Томас! Ты что, тут на моем шарике? Это мой шарик, мне его батя подарил. Найди себе свой шарик. Лошарик. Так, я тебе отвечаю, они где-то здесь. Вот он побежал! Куда книги оставь-то? Мои книги! Это мои книги, куда ты понес мои книги? Прикинь, козел, он хотел упереть мои книги. Так, это игрушка моего сына, какая-то гавайская проститутка. Собака. Белье, какого хера здесь вообще белье? Так, я не понял, а где все? Ты где прячешься, тварь? А ну уходи. В цветах, что ли? Ах ты, дрянь, здесь прячешься? А ну уходи. Вот он, вот, я его видела. Ну-ка, на... Ах ты, второй выбежал. Лови! Ой! Ой, вот это вот они, конечно, мне даются. Просраться вообще. Ты погляди, какие хитрожопые пауки. Ой, смотрите, новая комната. А давайте дверку закроем, чтобы вы не могли убежать. А-а-а. Откроем вот эту дверь. А здесь какие тоже красные пауки будут? Какая-то новая штука. Эквип трейдер какой-то. В
Мне кажется, эти пауки, они знают то, чего они знают. Вот он! Лови! Бить их надо, ты прикинь. Берешь и бьешь. Так, ну здесь, наверное, они лежат прям тут, смотри. А, большой! 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 Нифига себе большой какой! Большой такой черный, как моя ночь. Майская, маломайская. Давай, паук. О, какая-то бумажка. Без бумажки ты какашка, с бумажкой человек. Ну-ка, где там остатки роскоши? Где пауки? Паук! Паук нах. Иди сюда, паук. Телевизор расхерачила из-за вас! Телевизору хана! Так. Где-то они тут... Вот. Чё ныкаешься? Чё ныкаешься? На тебе. Ныкается он. О, большой! Большой! Ты большого! Куда по кровати полез? Не для тебя растила я кроватку. Не для тебя кроватка была. Not for you, bitch. Давайте. Ключик. Ключик. Золотой ключик. Вставляй нахер золотой ключик. Кидай ключик. Так. Как думаете, здесь есть пауки? Мне кажется, они здесь больше не верещат. Мы их не слышим с вами. Значит, их здесь больше нет. Давайте сходим в туалет. Так. Бля, Ксения! Стоять! Куда? Стой нахер! Куда полез? Вот это, конечно, я боюсь их. Они что-то какие-то конченые. Ку-ку. А я тебя найду. А если найду? Ой, Розоль, хорош. Ага, на тебе нахер. Свои анализы, правда, по моче сбила случайно. Ну, ничего страшного. Главное, знаешь, как бы стараться. Главное, пытаться. Остальное не важно. Так, что здесь? Все, здесь нету больше пауков. Я так думаю. Надеюсь, по крайней мере. Ополаскиватель для рук, туалетная бумага. Да нету здесь ничего. Все. Здесь все, кончены пауки. Пауков здесь в этой комнате больше нету. Давайте-ка, вот это что это такое? А что темно стало? А что так темно? Ночь, что ли, наступает? Вы чё? Ой, смотрите-ка, гардеробная. Кто хочет стать первым? На нахо! Я стала первой, ты погляди, какая мощь, а? Ты погляди, какие они. Да главное закрывать дверь, чтобы они не перебегались, и все. Ну шо, who next? А? Who next? Who want? Come here. Открой сразу все двери, могу себе позволить. Так, тихо, тихо, стоп, кто? А ну-ка, бляха, стой, быстрая херня. А, он убежал. Да я тебе, твою мать. Куда ты он убежал в ту комнату? Вот скотина. Ладно, главное... Бляха, я испугалась, ну что за медведь там сидит? Ладно, хорошо, давайте посмотрим, кто тут у нас есть. Надо их аккуратненько так выстреливать. Типа так берешь. Тихо, бляха. А ну-ка. Где? Где он? Ну-ка, где ты, тварь? Выходи! Выходи! Вот так вот тебе, на тебе все. И тебе, медведь, тоже. Получи, медведь. Ты с ними заодно, медведь. Плохой медведь. Вот тебе, медведь. Лети отсюда в задницу. Медведь, на тебе, медведь. Ты че так себе идешь тут агрессивно? На вообще, охеревший медведь. Так, я слышу, где-то кто-то шипит на меня. Мне удобнее вас бить вот этой штукой, конечно. Это очень классно. Это такой... Привет, это что такое? Этого больше здесь нету. Вот оно. Что это такое? Какой-то хрен пойми спрей. Так, стоп, кто? Стоп! Ну-ка, стоять! Бляха, кидай в него арахисами, арахисами кидай! Бей! Бей сурикеном! Сурикеном! Да умришь ты! А, не жрать их пришли, прикинь. А давай возьмем баллончик. Хочу баллончиком. Это что такое? Попкорн какой-то. Так, здесь кто-то шипит, я слышу. Кто-то тут... а ну, стоять! Ну-ка, горите, ясно! Вот это я, конечно, разнесла свою хату. Вы поглядите, что я сделала. Этот паук, он довел меня. И у меня горит телевизор. У меня горит телевизор. Представляешь, насколько эта гадость маленькая. Она мою хатку себе задурынькала-то. Все, здесь больше нет никаких пауков. А вот у нас один паук убежал сюда, тварь. Сука, где он теперь прячется здесь? А ну, уходи, тварь! Куда он мог сныкаться, как думаете, а? Нет, это дохлый. Паучок! Ты где? Паучок! А, паучок! Я тебя вижу, кажется. Тихо, тихо, я слышу. Я тебя слышу.
Паучок! А ну-ка. На, гори, тварь! Гори, гори, ясно, чтоб не... Ай, ты чё за мной побежал? Мне тоже захотел пожить. Все, здесь больше нет паучка, как хорошо. Мы теперь можем... Так, тихо, можно я, пожалуйста, не буду ломаться здесь? Подождите, у нас есть еще одна дверь, которую я открыла. Это, по-моему, вот эта дверь. Это рабочий кабинет. Тихо. Это что такое? Какая-то хрень. Так, у меня, в принципе, еще хватает оружия, чтобы еще кого-нибудь там нашпиговать. Поэтому... Вот он, гори! Гори, гори! Вот так вот, вот так вот. Забираем все. Горите, горите, паучики. Паучики, ки-ки-ки, гори-ки-ки. Так, еще одна записка какая-то. Еще здесь есть пауки или нету? Мне кажется, больше здесь нет пауков. Мы с вами выиграли. Нет, смотрите, кто тут еще шипит. А кто это здесь? А ну-ка, выходи, тварь. Выходи. Выходи. Нет, он по-моему в другой стороне пищит. Нифига. Фига. Ты прикинь? Ты прикинь? Нашла потайной ход. Где паук? Сука, паук. Ты в туалетке сидишь? Ты где сидишь? Здесь, наверное, сидит тварь. Смотри. А ну горит! Горит? Горит, горит. Вот так вот. Вот так тебе и надо. Все, теперь я могу открыть этот ящик, да? А когда я его могу открыть? Откройте, какого... Че, еще надо кого-то убить? Подождите, ну я же уже всех убила. Так, еще кто-то, где? Горите, 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 паучик. Гори, 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 паук. Гори, паук, правильно, гори. Ух, что-то как-то, посмотрите, что я сделала с хатой. Посмотрите просто, во что превратилась моя хата. Моя хата превратилась в поле боя. Поле битвы. Так, открывайте мне. А что, почему я не могу делать с этим? Это какой-то челлендж. 40 спайдеров за 60 секунд, и тогда откроется вот эта штука. Ну, это не, нет, не про меня. Динамит. Деньги, деньги. It's my money. C4. А что с ней делал C4? И что? О, нихера себе. Вот это убийство. Вот это, я вам скажу, деликатное такое убийство паучков. Хата после этого точно не останется. Ну ладно, мы с вами прошли еще один уровень, между прочим, дорогие друзья. Ой, а что это такое? А почему выход-то такой странный? Mission complete. Опять за 10 минут я прошла. 24 паука я убила. А, что-то 3 нашла, опять 4 из 5. И что-то Butterfish Flounder какой-то, не знаю там, что это такое. Слушайте, мне очень нравится. Мне очень нравится то, что я сейчас вижу. Это по-любому. А, это все, что ли? Подождите-ка, а что, остальное надо покупать или что надо? А как играть-то? Это был бета-тест этой игры. Ну, в общем-то, да, вот такая вот веселая игрулечка. Слушай, мне понравилась очень. Очень веселая такая динамичная игра, прям самое то. Самое то для нас успокаивать свои нервы и убивать пауков, если вы их не любите, конечно. Вот такая вот игра, пишите, как вам, кстати. Я теперь хочу дождаться полную версию, я по-любому ее куплю, если она будет даже платной, потому что мне понравилось, это прикольно, это весело, можно всячески там изощряться и убивать пауков, если ты, типа, этого хочешь. Вот, и, в принципе, пауки иногда тебя заставляют аж подернуться и испугаться. В общем, очень классная игра, мне понравилась. Как вам, кстати, пишите в комментарии. Ну, а мы с вами увидимся уже очень скоро на моем канале, так что до новых встреч.